Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и Барака Обаму в создании террористической группировки «Исламское государство». Об этом кандидат в президенты США заявил во время выступления перед своими сторонниками в Миссисипи, комментируя нападение на посольство Саудовской Аравии в Иране. Они создали «Исламское государство». Хиллари Клинтон создала ИГИЛ вместе с Обамой. Трамп – один из лидеров, набирающий обороты президентской гонки. Бизнесмен сумел завоевать доверие республиканского электората резкими заявлениями в адрес нынешней администрации Обамы, а также жесткими высказываниями о мигрантах.